Всем привет. Мы встали. Вроде даже выспались. Валяемся. Купила вчера такие печеньки. Ни разу не видела. Хочу попробовать. Прям. Завтрак в постели, можно сказать. Сирка, иди к нам. Сирк. Как их открывать, Кузя? Помоги мне. Сириус. Такой сон, говорит. Как Сабуров. Такой же узкий глаз. Сабуров. Приходи к нам. Не могу открыть. Как они выглядят? Ноги. Как на фотографии. Ух ты, правда. Сердечки. Только не такие розовые. Нас обманули. Что будем пробовать? Слушайте, ну вкусно. Клубникой пахнет, да? Классная. Угу. С чаем вкусно. Короче, родители хотят провести утром время вдвоем, но приходят дети. Идите сюда. Идите сюда, кс-кс-кс. Нате печеньку. Нате. Веслик там. Не нравится? Воронежские, кстати, печенья. Я сготовила нам завтрачек. Бутер с яишенкой. С помидорками, черри, с бекончиком. Очень аппетитно. Жду Игоря, он сейчас кофе сделает. И будем завтракать. Наверное, включим влог вот этот с бассейном, который. Надеюсь, вы тоже его уже глянули. Вот. Так что всем приятного. У нас уже полвторого дня. Мы только завтракать. Сегодня у нас такой выходной лежачий. Прям я отлеживаюсь. Чувствую себя лучше, но все равно остаток еще есть. Но с горла как-то еще так. Сейчас хотим пообедать, посмотреть что-нибудь. Короче, целый день болтаем, ничего не делаем, валяемся. Игорь играет, а я отдыхаю. Короче, мы вышли на прогулочку вечернюю. Такой волос, смотри, кудрявый. Вот, прогуляться, чуть освежиться, то у нас дома духотища. Сегодня выходной, конечно, пролетел вообще просто бомбейски быстро. Да? В магазин пришли, смотрите, пастилу продают, прикольно. Интересно, вкусная, такая маленькая. Пусть луна нам светит ярко. Сходили в магазинчик. Вот, идем с покупочкой что-то хомячить. Хорошая такая погода, ветер, блин. У нас так душно было спать ночью, я прям психовала, открыла окно. Придумали поставить табуретку, чтобы коты не убегали, настежь. Это жесть была, да? Чуть хоть походим. Вот. Мы вчера, кстати, фильм начали смотреть. Добро пожаловать в семью русский. Ничего так не понравилось. Сейчас будем досматривать. Гуляли. Вот. Перекусим и будем смотреть фильм. Спасибо! Мне надо было не так делать. Друзья, надо ну а следующая мы песня сюда на великах, про 18-летие. Мы сюда доехали. Знаем, какие песни про 18-летие? Папа шел, он весь мог. Нет? Отлично. Сейчас проверим. Забирай меня скорее, давай. Ничего не слышно? Нет. Забирай меня скорее. Оп.
Бортникова. Встречать рассвет и слышать, как